Как нетрудно догадаться из предыдущих записей, я пока в целом живой. Вот. Что удивительно, даже моя домашняя студия жива и здорова. Вот точно здоровее меня. После почти 2,5 месяцев такого бездействия я наконец-то добрался снова до своего компьютера. И начал перебирать архивы. Таким образом, я откопал и засел на несколько дней за сведения материала, для которого сессии я записывал в 2019 и 2020 году. Но так его и не свел. Он просто валялся по треково, без обработки, без ничего. Вообще без микса какого-то. И я его наконец-то свел, собрал, нарезал вот в компиляцию и решил назвать этот мини-альбомчик «Улиткой». Улиткой, потому что вот такой вот я медленный и даже переборка музыкальных архивов, где у меня огромное количество записанной музыки или написанной просто в нотах уже готовые песни, меня уже тяжело себе было заставить записывать их, сводить их, доводить их до ума. А вот сейчас я подумал, что вот если они так останутся или что-то случится с носителем, компьютером или со мной самим, то какую бы они ценность представляли или не представляли, они исчезнут насовсем. Вот, поэтому я решил пододелывать некоторую музыку по возможности. И вот буду отправлять этот релиз, как еще художественную часть доделаю издателю. Посмотрим, когда он будет уже на стримингах и на YouTube выгружен. А «Улитка» не только потому, что я медленный, еще потому, что я на днях перелистал полностью, ну как перелистал на компьютере, перелистал полностью Дзиндзиита, замечательный мангу Узумаки. Вот такие вот новости. Далее я скину нарезку этой странной компиляции. Не лучшая, на мой взгляд, музыка. Но пусть она увидит свет.